Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antlife.com.ua, меня зовут Александр. Будем сегодня вместе с вами рассматривать такой смартфон, как TCL M2U. Это новая модель на базе 8-ядерного нового процессора, здесь MTK6752, но с урезанной частотой процессора. Частота его составляет не 1,7 ГГц, а 1,5. Модель имеет очень привлекательный дизайн, очень мне нравится смартфон. В принципе, в какой-то степени данный смартфон конкурирует с GIO S3, с Meizu M1 Note. В принципе, эта модель самая дешевая из линейки, есть у нее достоинства, есть свои недостатки. Поставляется эта модель вот в такой вот коробке. Здесь есть наименование. Значит, в комплекте здесь особо ничего нет. Это зарядка, облачок зарядки, переходничок и USB кабель. Ни пленки, ни наушников, никаких чехлов здесь нет. Единственное, что на экране идет уже заводская пленочка хорошего качества, она двойная, то есть можно с уверенностью ней пользоваться. Выполнена данная модель в размере 5,5 дюймов, здесь HD разрешение, здесь OGS, IPS, закаленное стекло, которое не царапается. Спереди у нас есть 3 сенсорных кнопки, меню домой назад, они не подсвечиваются у нас. Тут сверху это разговорный динамик, фронтальная камера на 5 мегапикселей, датчики приближения освещения и вот здесь индикатор пропущенных событий, звонков. Здесь у нас качелька громкости плюс-минус и кнопка включения-выключения. Смартфон у нас хоть и не разборной, но имеет 2 слота под сим-карты. Слот 1, слот 2. И также у нас есть слот под карту памяти. Своей памяти на борту здесь 16 гигабайт. Сверху разъем под наушники, снизу разъем для зарядки и микрофон. Сзади крышка имеет вот такую вот заводскую наклеечку, 13-мегапиксельную камеру, вспышку и второй микрофон. Также решетка под динамик. Толщина этого смартфона составляет чуть менее 8 мм. Размер его довольно-таки большой, вес что-то около 150 грамм. По корпусу, по сборке никаких нареканий, все собрано монолитно, очень плотно, крепко. То есть смартфон не трещит, не люфтит, крышка не разборная. Как бы, если сравнивать его с тем же Meizu, то по сборке как раз вот примерно плюс-минус то же самое. Однозначно лучше сборка, чем уже US 3. И по поводу материала вот этой вот задней крышки, если честно, не могу сказать вам с уверенностью, что это за материал. Я думаю, что это, скорее всего, просто пластик. Сам смартфон имеет хорошие технические характеристики, которых хватает для любых повседневных задач, для выполнения этих задач. Рассмотрим технические характеристики через программу Antutu. Antutu у нас покажет сейчас в истории, сколько баллов набрал смартфон. Это практически 40 тысяч баллов. И по характеристикам давайте пробежимся. Это TCL M2U, 4.4.4 Android, MTK6752, графический ускоритель Mali-T760. Минус этого смартфона и то, чем он проигрывает GIO S3 и Meizu M1, это разрешение. Здесь всего лишь HD разрешение, но экран мне очень-очень нравится. Камера основная на 13 мегапикселей, оперативной памяти здесь 2 гигабайта. Встроенной памяти 16 и стоит у меня карточка памяти на 16. Сразу же говорю, потому что считаю это важным моментом в тесте любого смартфона на сегодняшний день. Прошивка сделана таким образом, что смартфон работает со своей памятью как основной. На карту памяти он ничего не скидывает. То есть карта памяти здесь у нас будет использоваться просто как накопитель. Можно будет скинуть музыку, фильмы. Вот то, о чем я говорил, процессор урезанный, 1495 МГц, он 8-ядерный. В отличие от 1.7, как должно было быть в полноценном. 8-мегапиксельная фронтальная камера, но это у нас интерполяция. Мультитач. Здесь у нас 5-точечный, что есть под датчиком в этом смартфоне. Здесь есть GPS, Bluetooth, Wi-Fi, компас, акселерометр, датчик приближения, датчик освещения. Есть вспышка, есть полноценный гироскоп. Также данная модель не поддерживает NFC и поддерживает OTG разъем, то есть можно подключить флешку, мышку и клавиатуру.
Прошивка у нас здесь заводская. Я, в принципе, сравниваю эту модель в какой-то степени с TCL S720. Так вот, в заводской прошивке здесь никаких багов нет. GPS у нас работает. Старт был довольно-таки долгим, но, в принципе, все потом сработало. Все полностью на русском языке, все, что нужно. Вот такой вот номер сборки. Можете посмотреть. Прошивка у меня нареканий не вызвала. С сетью все хорошо, Wi-Fi не отваливается, игры не вылетают. То есть, в принципе, все реализовано очень даже достойно. Экран здесь IPS, OGS. Углы обзора здесь очень хорошие. По диагонали темный превращается в серый. Ну, в принципе, это то же самое есть и уже iOS 3. В плане звучания этого смартфона он везде очень хорошо звучит. Хорошо звучит внешний динамик. Хорошо слышно во время разговора. И при воспроизведении музыки через наушники, в принципе, тоже достойно все реализовано. Здесь есть различные настройки. Можно повыбирать, и путем методом тыка можно подобрать оптимальный вариант звучания. В принципе, я подобрал, и звучанием я доволен. Касательно производительности, насколько проигрывает данный процессор вот тем вот полноценным MTK6752 с частотой 1.7, я считаю, что не проигрывает. Игрушки запускаются отлично. Давайте попробую продемонстрировать вам это. В плане игр с этим смартфоном как бы тоже нареканий никаких нет. Ничего плохого сказать не могу. Переходим к тестам, которые я как обычно делаю. Данная модель поддерживает GPS. GPS работает с этой прошивкой. Прошивка заводская. Можно также увидеть, что поддерживает спутники GLONASS. То есть, в принципе, по GPS нареканий нет. Аккумулятор здесь, наверное, одно из самых таких больших достоинств наряду с дизайном данного смартфона. Здесь аккумулятор на 3500 мАч. И подлинность этих данных я проверил. Это действительно так, и смартфон работает так, как должен работать. AnTuTu Tester у нас показал 7335 баллов. Напоминаю вам, что примерно в тех же условиях, с тем же размером экрана, JU S3 показал у нас в районе 5000 баллов, Meizu M1 Note показал в районе 6000 баллов. Да, здесь проще, здесь у нас HD разрешение экрана. Из многочисленных тестов, которые я проделал, наверное, сотни тестов, да, можно сделать однозначно вывод, что разрешение играет роль, и чем меньше разрешение, тем лучше показывает себя аккумулятор. Ну и плюс тут аккумулятор на 3500, у конкурентов аккумулятор на 3000 мАч. В режиме воспроизведения видео из YouTube со 100% до 7 он у нас разрядился за 6 часов 16 минут. Обращаю ваше внимание на то, что диаграмма разряда у нас ровненькая, плавненькая, и никаких скачков, абсолютно здесь ничего нет. Это однозначно плюс, потому что я, если честно, считаю, что TCL это такой производитель в данном контексте не очень надежный, но тут реализовано все в этом плане отлично. Поэтому за аккумулятор огромнейший плюс этому смартфону. Камера вот немножко непривычная, она когда вот в таком вот режиме фотографирования, она почему-то не на весь экран, а вот в таком вот. Но в целом камера очень даже неплохая. Заявлена вроде бы камера была от Sony. Я в принципе делал различные фотографии и макро, и вот так вот сдалека фотографировал лист текста. Качество очень даже достойное. Я сделаю фотографии еще несколько там на улице, покажу вам, как он снимает, и к этому видео в описании можно будет это все посмотреть. Видео записывает в формате Full HD, однако автофокус во время съемки почему-то не срабатывает. То есть, чтобы сфокусировать, перевел я на какой-то объект, нужно нажать пальцем, чтобы он сфокусировал. И так же самое в любую другую точку, то есть, ну, вот в этом
Возможно, можно какими-то пользоваться другими сторонними камерами, и там будет как-то по-другому. В принципе, все. Вот такой вот TCL M2U. Что я могу сказать про него хорошего, что могу сказать плохого? Ну, в какой-то степени данная модель может конкурировать со своими оппонентами GIOS 3 Meizu M1. Эта модель самая дешевая. 5,5 дюймов дисплей. У него минусом является то, что здесь не Full HD разрешение экрана, и то, что здесь якобы урезанный процессор. Однако по процессору я могу однозначно сказать, что никаких с этим проблем у вас не будет. Его с головой достаточно для всех, абсолютно всех задач. Здесь мне очень нравится дизайн. Однозначно сборка лучше, чем уже iOS 3. Наравне, я считаю, с Meizu M1. Он монолитный, он очень плотный, неразборной, такой хороший, хороший такой стабильный смартфон. Ну и в принципе все, вот эта модель, ее можно уже купить у нас в магазине. Подписываемся на наш канал, ставим лайки, задаем вопросы, на все, что смогу ответить, постараюсь ответить. Подписываемся также на нашу группу ВКонтакте, заходим к нам на сайт и покупаем данный смартфон.